Давай, давай, тушься, 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 сильнее. Вдох, выдох, вдох, выдох. Надо сосредоточиться прям. Вот так делай, тушься, прям со всех сил, прям. У тебя все получится, тушься со всех сил, давай. Давай, кузнец, у тебя все получится. Если ты хочешь стать великим магом, тебе нужно сконцентрировать свою силу в палочку. Тушься, кузнец, у тебя получится выучить новое заклинание. Давай! У меня есть другие способы решения проблемы. Ну, ты же понимаешь, что все проблемы топором не решаются, кузнец, хватит блоки ломать, ты сюда подойди, балбеса кусок. Ну я ж тебя магии обучаю. Берешь палочку в руку, тужишься, тужишься прям. И потом нежно, после того, как потужился, надо нежно взять и просто пиндюльк. Понимаешь? Один раз взял, пиндюльк, все. А не надо идти кромсать все топором. Да в задницу вашу магию! Есть проверенный способ! Топор! Ты безнадежный, честно, кузнец. Ладно, все. На сегодня... Да успокойся, ты успокойся. На сегодня магии хватит. Завтра утром проснемся, дальше продолжу тебя обучать. Так, здрасте-ка, коровушки, здрасте. Я по вам уже соскучился. Здравствуйте. Тихо, тихо, кузнец, не шуми. Может, твоя жена уже спит. Давай. Да. А, нет, никто еще не спит. Ну, тогда будем вырубаться сейчас. Все, давайте по местам, уже поздно. Мне так уютно здесь, честное слово. Я вам хочу сказать вот-вот. Успокойся уже. Все, магия на сегодня закончилась. Иди ложись на кровать. Двигайся, жена развалилась на всю кровать. Я хочу сказать всем спасибо. И тебе, Мария, и тебе, Катюшечка, и тебе, Сережка, и тебе, кузнец, то, что приютили меня ненадолго. А то у меня сейчас в жизни небольшая жопа творится с этим Шуриком, с этой Вероникой и со всем этим остальным. Я бы так вообще на улице бомжевал, а так хотя бы у вас посплю. Да не парься, ты мне как родной сын, спокойной коровы. Да, да, всем спокойной коровы, всем молочных сновидений. Ой, уютненько, хорошо, тепло. Мария, вам тоже там на полу хорошо? Муж вас выгнал, да? Ну ладно, все, спокойной всем ночи. Да... Да, господи, кто там посередине ночи-то трезвонит, как ненормальный? Так, кузнец, ты спишь? Ты доставку заказывал или что там заказывал, кузнец? Коровы, молочко, му-му-му. Ай, бредишь, походу, во сне. Так, ладно. Значит, надо самому все проверить. Ты дебил! Кто посередине? Шурик? Ты что здесь забыл? Ты время видел, нет? Я пришел извиниться. За что извиниться? Посередине ночи? Господи, давай тогда на улицу выйдем. Извиниться он. За что извиниться? Ты до утра не мог дождаться, не? Пока это далеко не зашло, нам нужно прекратить ссориться из-за Вероники. Я не хочу променять лучшего друга на какую-то девушку. Шурик, я тебе открою большую тайну. Ты уже променял друга на девушку. Ты вообще в курсе то, что я живу в кузнеца? Ты вообще в курсе то, что ты меня из дома выгнал? В смысле, пока это далеко не зашло? Мне кажется, дальше уже некуда заходить. Спасибо огромное то, что пришел, извинился, но мне надо идти спать. Прости меня, пожалуйста! Я был дураком! Ну все, да, господи, ты помилуй. Ну успокойся ты, все хорошо. То, что ты кусок дурака, это я в курсе. Не надо меня было выгонять на улицу. Если бы не кузнец, я бы реально вот здесь, наверное, где-то вот, возле мусорки бы бомжевал и здесь бы, наверное, спал. Все нормально, честно. Я на тебя не обижаюсь. Ну, разве что чуть-чуть, но я на тебя не обижаюсь. Ну, чуть-чуть, разве что. Я тут подумал, Вероника больше подходит тебе, а не мне. Я решил от нее отвалить, так что забирай ее себе. В смысле себе? А мне-то она зачем? Она тебе подходит, ты же в нее влюбился. Она же тебя вот это чмокнула по щеке в предыдущей серии. Ты ее себе и забирай.
Не-не-не-не, забирай ты! Шурик, она мне не нужна, забирай ты, твоя девушка! Да мне тоже и она не нужна, забирай ты! Шурик, да мне не нужна эта баба, я тебе говорю, чтоб ты ее забирал, твоя Вероника Чика! Вот это... О, здорово, кузнец! А давайте я ее заберу! Ой, иди вообще домой спи, а ты чё проснулся-то? Ой, извините! Дебил дебилом! Так вот, забирай ты ее себе, она мне не нужна. Вы с ней просто прекрасная пара. Шурик, а ты вообще в курсе, то что с самой первой серии магии я делал все, чтобы ты понравился Веронике? Не я, а ты! Я даже в тебя превратился в предыдущей серии с помощью зелья, чтобы забежать в дом к Веронике и спасти ее от утопленника, которого сам же притащил в ее дом. Понимаешь? Я все для тебя делал. Сейчас ты мне говоришь, чтобы я ее себе забирал. Ты вообще-то катушкой тронулся, не? Так это был ты? А я думал, она полюбила меня из-за моего спортивного телосложения. Из-за моих красивых глаз. Какого телосложения? У тебя пельмень вместе 6 кубиков пресса. Какое телосложение? Да ты хомячишь по 10 булочек в день. Шурик, ты вареник жирный. Я этого не знал. Прости меня, пожалуйста. Ты мой настоящий друг. Ладно, Шурик. Хорошо, давай тогда миримся и больше из-за баб не срёмся. Хорошо? Все, я могу идти дальше спать? Возвращайся домой, слайм освободит твою комнату. А вот это хорошая новость, именно вот это я и ждал, чтобы ты мне сказал. Так, я сейчас за кроватью сбегаю, жди меня здесь. Так, коровы, подвиньтесь. Пришло время возвращаться домой. Так, не разбудить. Кузнец! Кузнец, ты не просыпайся, я домой потопаю. Меня Шурик обратно зовет, хорошо? Что? Какие коровы? Можешь одну корову забрать? Какую корову забрать? Мне не нужна твоя корова. Ну, ладно, ты спи. Ты спи, все, спасибо, я пошел. Так, корову забрать? На кой черт мне корова? Слышь, Шурик, тут кузнец корову нам предлагает, забирать ее или нет? Нужна нам корова дома? В хозяйстве? Да ну нафиг, нет! Ну я так тоже думаю, ну как бы я люблю свежее молоко, ну ладно. Все, пойдем, Шурик, домой. Спать. О! Ну хорошо, что ты одумался. Просто я уже думал, что ты слепошарый, вот этот реально пельмень, который ничего не видит, ничего не слышит и реально не видит то, что я уже 8-ю серию магии стараюсь сделать так, чтобы ты Веронике понравился. Ты походу этого вообще не замечал. А вот и Вероника! Шурик, задницу на 180 градусов и сваливаем отсюда! Не надо, чтобы Вероника видела нас вместе. Она же еще не знает даже то, что мы помирились. Она думает то, что она меня послала из дома. И все! Иди сюда, Шурик, и смотри назад, чтобы она за нами не следовала. Мне кажется, то, что не надо ей это говорить. Мы еще немного пару дней помолчим и только потом скажем то, что мы помирились. Пошли где-то переночуем в другом месте. Только что она делает посередине ночи в городе? Ладно, неважно, пошли. Ну ты точно ведьма, ей-богу, ты там только что бежала, ты как быстрее здесь оказалась, чем мы. Это Вероника, мы тут с Шуриком давно хотели тебе сказать то, что мы с ним помирились. Вот, да, да. Я хочу перед вами двумя извиниться. За то, что плохо к вам относилась, из-за меня вы чуть не поссорились. А чё, сегодня день извинений какой-то всемирный, не? Просто и Шурик извинился, и ты извинилась. Тогда все хорошо! Все перед другом поизвинялись! Можно считать то, что мы с вами легендарная тройка? Можно считать то, что мы с этого момента все втроем дружим? Чтоб Шурик не думал то, что мы с тобой вот это детей в будущем планируем, чтобы не ревновал, и чтобы вот этих треугольника Шуры-Муры у нас не было. Да? Слава яйцам. Магическим, драконьим, да. Ну тогда я предлагаю ответить! Завалимся домой и выпьем чаечочка, а? Или кофеечка даже! Давайте! Я заварю крепкий чай, чтобы аж вштырило! Не надо, чтобы вштырило, да, все же ночь на улице, надо скоро идти спать. Не надо, чтобы вштырило, все, пошлите. Воссоединение просто друг...
Так. Это там то, что я думаю? Ну, раз мы все тут помирились... В прошлый раз, когда мы с Вероникой хотели сразиться против чемпионов арены, Кристины вот этой и Хрюнделя, ты, собака очкастая, нам помешал, Шурик. Так, может, сейчас, когда мы помирились, Вероника, как ты относишься к тому, чтобы сейчас Кристине задницу надрать, а? Надрать задницу Кристине? Давно пора. Она заслужила. Вероника, тогда пошли, я вижу то, что ты Кристину не очень сильно долюбливаешь. Откуда, где вы вообще познакомились, а? Я вижу то, что ты на нее какую-то злобу, да, таишь? Ладно, пошли. А так они здесь с кем-то уже сражаются. Давайте поднимемся на второй этаж, на трибуны, посмотрим сначала этот бой и потом спустимся. А вдруг сейчас вот эти смогут их победить? Кристина, Хрюндель, дебил мужик с сеном и это продавец книг, если я не ошибаюсь. Мужик Сеном, ты реально думаешь, что этим заклинанием ты сможешь победить кого-то? Ты Сеном никого не сможешь здесь победить, ненормальный! Ядрить, колотить! Ты смотри, как она кого-то призвала этим своим заклинанием! Нифига себе, так давайте сюда со мной! Если они не смогут победить Кристину и вот этого Хрюнделя, я что-то сомневаюсь, Вероника, то, что мы сможем победить. Ты смотри, какие заклинания она вот умеет, вот эта продавщица. Ее кокнули! Продавщицу книг кокнули! Остался мужик с сеном, но он бесполезный, мужика с сеном тоже кокнули. Слушай, Вероника, еще не поздно передумать! А то что-то я сомневаюсь, то, что мы сможем их победить. Ладно, Шурик, ты тут за нас держи кулачки. Если мы с ними не справимся, тогда вообще никто с ними не справится. Пошли, Вероника. Наша очередь пришла. Ну, я вам соболезную, вы хорошо сражались. У тебя, тёлка, вообще просто забубенские заклинания. Я даже такие не видел. Мы тут, охранник, тоже участие хотим принять против Хрюнделя и против Кристины. Можно пройти? Ага. Так, Вероника, давай, проходи. Я за тобой. Фух. Так. Вы готовы там? Ну давайте тогда одну минуту на подготовку и начинаем, хорошо? Всегда готовы. Ой, ты смотри, курица какая самоуверенная. Ну все, давайте. Вероника, ну я надеюсь, то, что мы... Да-да-да, кстати, тотем вот это бессмертие надо, а то еще кокнусь в настоящей жизни. Так, ну я надеюсь, то, что у нас получится. Давай сначала кокнем вот этого Хрюнделя, а потом возьмемся за Кристину, а? Держи, только тссс, это тебе. Такое. Газовые гранаты? Используй их с умом. Они помогут нам победить. Ну, хорошо. Все, давай тогда по местам и начинаем. Если что, мы готовы! Можете да вот это давать отчет! Вероника! Ну, держись. Я тоже буду держаться. Раз! Два-с! И три-с! Ну, пошла жара по трубам. Так! Хрюнделя, Хрюнделя, Хрюнделя! Сначала Вероника, Хрюнделя! Опа, вот этого! Я не знаю, как использовать эти... Ядрить, колотить его заклинания! Половину жизни мне нафиг снесли! У меня жизни уже мало, Вероника! Кристин, да, давай тогда бери Кристину на себя! Я тогда вот этого Хрюнделя, собаку на себя! Так, ладно, пришло тогда время использовать вот эту бомбу. Хрюндель! Лови, собака! На! Чё, такого не ожидал? Это тоже как бы магическое заклинание. Я тебя палкой прибил. Вероника, я Хрюнделя замочил, вали Кристину. На! И ещё, ты смотри, вот эти гранаты, реально... Лохи! Шура, ты там поаккуратней с выражениями. Это что сейчас значит? То, что мы вас вздрюкали, что ли? Молодец! Ты сильный маг! А ты, Вероника, дура! Ах ты, так вы хорошо знакомы, как я вижу. Я бы сказала, кто ты! Но не буду!
Да-да, лучше воздержи эмоции, Вероника, не надо. Слушайте, ну тогда получается то, что мы вас вздрюкали, да? Ну тогда любезно вас попрошу к чертовой бабушке свалить нафиг с нашей арены. Шура! Ты... Как? Вероника, это... Чё за гранаты-то такие ядовитые? Я одной гранатой хрюнделя вот это вздрюкал, потом ему по башке палочкой зарядил и убил его. Ладно, подожди. Если мы у них выиграли, это значит то, что магическая вот эта волшебная шляпа и новая палочка тоже наши получаются. Только как туда достать-то? Это... слишком высоко. Я не могу туда достать, Вероника. Подойди, я тебе помогу. Куда подойти? К тебе подойти или сюда подойти? Да, не... Куда в космонавт ты полетел? Ты что со мной сделала, ведьма? Так, это, кстати, идея. Поднимай меня еще раз. Давай. Как достать вот эту вот фигню? Не понимаю. Да что ж ты так сложно? Опа! Еще раз. Может, опа, вот так, шляпу сбросил, палочку вроде нет, палочку не сбросил. Шляпа, иди вот сюда, шляпа у меня есть, а палочку как достать, я в душе не чаю. Может, просто сломать вот эту вот фигню, помогай мне, Вероника. Эпа, вот так, все есть, магическая шляпа и березовая палочка. Господи, да я бы в жизни не подумал, то, что у меня будет когда-то магическая шляпа. Так, Вероника, у тебя есть магическая шляпа, давай я вот эту себе заберу, а тебе тогда палочку, хорошо? Забирай себе все, ты заслужил. Тогда, Шурик, смотри, не идет шляпа или нет? Опа. Ядрёный просто магический случай. Шурочка! Я сейчас, настоящий маг получается! Можно тебя на секунду? Подойди сюда, Шура. Иди сюда. Шура, в знак нашего вот этого примирения, ты там не подслушивай, Вероника. В знак нашего примирения, вот эту палочку, которую я только что победил, я хочу подарить тебе. Я уверен, что с этой палочкой ты сможешь постичь новые вершины магии и стать реально хорошим, отличным, сильным магом. Так что, Шура, пользуйся ею на здоровье. И учитывая то, что как бы в предыдущей серии я у тебя твою палочку украл, которую тебе Вероника подарила, поэтому, можешь сказать, мы с тобой в расчете. А можно я тебя расцелую, а? О, не, вот эти чмоки-поки вот эти все оставь для Вероники, она твоя как бы вроде девушка в будущем может быть, вот ее давай иди и целуй. Охранник, с этого момента мы здесь чемпионы, поэтому кроме нас никого здесь не пускать. Все, давайте, за нами, что вы там останавливаетесь, Шура, давай, немедли. Закрывай за собой ворота и потопали. Чемпионы арены, у меня слов даже нет, чтобы это описать, разве что обосраться. Давайте. Так, вот этого я 100% не ожидал увидеть. Ни черта себе, мужик, у тебя дракон личный есть. Здорово. Вероника, давно не виделись. Да, привет. С тобой, щенок, мы тоже давно не виделись. Так это ты, собака, я тебя помню с первой серии магии. Ты меня в реку столкнул, я из-за тебя промок насквозь. Чё, опять пришел, да? И ты тоже решил извиниться, наверное, как и все остальные в этой серии? Я слышал, ты добился определенных успехов в магии. Победил всех в бойцовском клубе. Победил чемпионов арены. Даже выиграл палочку и волшебную шляпу. А сейчас, пока не случилось что-то плохое, уезжай-ка ты из города. Навсегда. Слушай, ты... Крендель бородатый. А давай я сам решу, уезжать мне из города или нет, хорошо? Ты чё тут людей-то прессуешь, я не могу понять. Я тебе что-то плохое сделал. Мы с тобой в жизни два раза виделись, и ты два раза на меня бочку катишь. Не обнаглел ли ты случайно, а? Это мой город, и я не рад тебя здесь видеть. Мне кажется, ты что-то слишком многое себя возомнил. Давай забирай вот с этого своего дракона и сваливай к чертовой бабушке отсюда. Ну, я тебя предупредил. А,
Кстати, хорошо вам пожарить шашлычки. Какие еще шашлычки, а? Ну, возвращайтесь домой, там все и узнаете. Какие шашлычки? Где их жарить? У тебя есть маринованный фарш, что ли, или что? Мы сегодня на шашлыки собирались, или... Так. Да-да-да, лучше давай, Шурик, мы с тобой пойдем домой, давай. А что он сказал-то о нашем доме? Почему у нас дома кто-то жарит шашлычки? Нас ограбили, что ли, или что? Так, быстро домой! Если этот крендель забрался к нам в дом и что-то с нашим домом сделал, или же обокрал нас, ну, слава яйцам, то, что мои вещи хотя бы у Вероники были, но да ладно. Нет, 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 как? Когда это произошло? Господи, ты помилуй! Слай! А там еще... Прыгай! Ломай стекло и прыгай сюда! Давай быстро! Ядрить ты колотить! Слайм, прыгай! Давай, ты же сейчас сгоришь к чертовой бабушке! Ломай стекло и прыгай! Шурик, ты куда побежал? Иди сюда обратно! Еще не хватало, чтобы ты заживо сгорел! Там мои вещи! Да твоя жизнь ценнее, чем твои вещи! Иди сюда! Ядрить ты колотить! Вот и сходили на шашлычки! Только, походу, шашлычки из слайма!